Сюжет сериала «Скорая помощь» разворачивается вокруг нового водителя скорой помощи, который начинает демонстрировать чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах спасая немало человеческих жизней. По ходу развития истории выясняется, что он высококвалифицированный врач, несправедливо лишенный лицензии, и теперь его задача восстановить свое доброе имя и вернуться в профессию. Но сегодня более детально хотелось поговорить про актеров, которых, к большому сожалению, уже нет в живых. Владимир Чуприков. Предварительной причиной смерти советского российского актера Владимира Чуприкова, скончавшегося 19 сентября 2020 года на 57-м году жизни, стала остановка сердца. Об этом сообщила вдова артиста Наталья. Володя умер у себя в деревне на даче в Ивановской области. Предварительная причина смерти – остановки сердца, написала женщина. Далее она поблагодарила всех за слова поддержки. Владимир Чуприков родился в Москве 24 июля 1964 года. До того, как стать актером, работал лесорубом на севере, фермером в Калужской области, радиометристом в геологической партии, парикмахером, установщиком стальных дверей, риэлтором, часовщиком и дворником. Любовь Кондрашова. Родилась 27 апреля 1941 года, умерла 16 октября 2020 года, была актрисой Северского театра для детей и юношества, Нижнетагильского, Томского, затем Одесского театра кукол. Причина смерти не оглашается. Дмитрий Гусев в сериале «Скорая помощь» сыграл водителя Паршина. Родился актер 27 февраля 1975 года. Актер Дмитрий Гусев предположительно умер от остановки сердца. Об этом сообщила агент артиста Мария. По ее словам, Гусев уехал со съемочной площадки, по дороге ему стало плохо, в результате он попал в аварию. Есть предположение, что остановило сердце, это кошмар, все было совершенно нормально. Проблем с сердцем якобы не было, рассказала представитель актера. Она добавила, что артист участвовал в съемках проекта «Скорая». Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть. Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых «Воронины», «Глухарь», «Скорая помощь», «Последний рубеж» и многие другие.